Приветствую, друзья. Вот в конце 80-х я был начальником лучшей самой комнаты психологической разгрузки, которая была в электронной промышленности СССР. Естественно, я знаю, как создать комнату психологической разгрузки внутри себя, потому что ко мне приходили в эту комнату люди, садились в кресла, там панорамные виды природы, шум бегущей воды, музыка и аутотренинг Гримака Леонида Павловича, моего уважаемого, там проходило, и я там обучал в этой комнате психологической разгрузки, молоденький был еще такой, операторов микросборки, потому что электронная промышленность — это пик напряжения, потому что там люди с микроскопами работали. Ну, до меня они работали 2 года, потом должны были менять рабочее место. После того, как мы начали внедрять там, обучать на рабочих местах навыкам саморегуляции, стали работать у себя в цеху, в нужный момент выходить на состояние безмятежности, быстро восстановились, стали 5 лет работать. Поэтому я в Армении с фамилией Алиев. А вы знаете, какие отношения между этой фамилией и Арменией в самой такой республике союзной, где был гениальный директор Петросян Эдик Александрович. Ну, короче говоря, я там с этой фамилией получил премию Ленинского комсомола Армении. И еще там включил в этот список еще 4-х. 5 лауреатов премии Ленинского комсомола Армении были благодаря нашей работе. Я хочу вам сказать, что я знаю, как эту комнату психоразгрузки устроить у себя внутри, чтобы вы могли время от времени выходить на состояние безмятежности и там восстанавливаться, чтобы в жизни меньше уставать. Это поможет и наладить отношения и между родителями и детьми, и помочь ребенку, и много чего делать, потому что вы все время будете иметь точку опоры. Скоро будет вебинар, объявление будет. Да. До встречи.